Всем привет! Вы на канале Персик ТВ 2.0. И сегодня мы играем в Койко-Кошу Монстр Бокс. Но вы должны все видеть. Да, тут какие-то боссы есть. Мы не знаем. Посмотрите за нас. А, вон он. Куда ты полетел? Он в космос полетел. Что за звук был? Ну, это монстры появились. Он наш человечек. Странный человечек справится. Упал. Нарисован дом нажмем. Походим. Потрясающий. Так,
хочешь набрать? 500. А, да. Понятно. Террарии. Но это уже полноценное прохождение. Как мы? Но только, правда, недолго. Это долго будет? Ну, где-то по 15 минут точно. Это. О, новая пачка. Ну, ты понял. Давай лучше купим. Давай. Надо радоваться и прыгать. 330. Он же головой ударился, да? Упал. Прошло 3 года спустя. Ну, конечно. Молчим. Помного. Ой, по 7. Семена.
Ты зачем ее отправляешь? 2 года спустя, 5 лет спустя, 6 миллиардов лет спустя, 10 миллиардов лет спустя. Нет, не запускай, не запускай! Зря ты запустил. Не запускай. От ногу он убил, да, на полете, да? Нет, не убил, он просто попал. Правильно. Правильно, да? Ну да. Нет, не, давай не будет летать. А интересно, а как это переводится с английском? Да? А это правда английский? Ну а какой же? Не надо, а это последний раз был. Нам осталось только подождать. Нет, я имею в виду, чтобы подождать. Мы его еще пока попускаем. Может, покрутим? Пока не будет здесь 100. Да. Вот это значит. Ты что, их считаешь? Нет, вам написано. 99. Серьезно? Их 99? Сейчас 100. Ну, хотя один не считается, так что сейчас приземляется, и мы... Нет. Смотри. Ну а на этом все. Всем удачи, всем пока.